стрелочка упадет, а ты тормозишь, ты сразу раз до 50. Место для разворота выбирай. Ну и что? Ну, включила ты поворотник, а дальше-то что? Ну, все тебя объезжают, ты едешь 40 км в час. В твою сторону все плюются, дальше что? Ну вот. Остановка слева, ты как бы все равно смотри по сторонам вперед, что ты видишь, какую линию разметки, где откуда машины выезжают, куда указатели, какие-нибудь рекламные щиты даже со стрелочками бывают, как бы это все, ну, видно будет, если ты перестанешь бояться руля. Вот здесь поворот налево даже есть, но пока ты сообразишь, ты уже уехала. Вот видишь, что ты делаешь. Тормозить.